мы переходим на специальное предложение только сегодняшнего дня. Брюки. Для меня это целая проблема. Потому что когда я прихожу в магазины, они у меня либо до коленок дотягиваются. Ладно, если натянули дальше, в животе точно не сойдутся. Я бы хотела сказать о сезонных брюках несколько слов. Это особенные брюки. Сегодня, Оля, наши женщины, модницы, уже не надевают вниз шерстяные колготы, потому что появился утеплитель нового поколения, который называется флис. Если раньше мамочки, бабушки сталкивались с этим утеплителем, когда покупали одежду для своих деток, сегодня они сами могут утеплиться. И вот ведь парадокс. Мы выбираем флис, утепленный материал, но при этом остаемся стройнее, даже больше в два раза. До минус 30 вас защитят наши брюки Грация, но при этом вы потеряете минус 2 размера. Здорово! Кажется, что это невозможно. А вы оставайтесь с нами или посмотрите на Светлану Воронцову. Стройняющий эффект. Ну, спасибо тебе. На самом деле я поправилась, если честно. Каждый год, как по закону подлости, я жду Новый год и мечтаю похудеть. Но, видимо, говорят, скажи Богу о своей мечте, и он посмеется над тобой. Вот в этом случае я хочу сказать, что бренд Greenlight меня сегодня спас. Я очень люблю брюки, но приходя в магазин, я не могу подобрать под свои формы такую вот модель, чтобы мне было в ней комфортно. Поэтому я предлагаю сейчас вам выбрать, во-первых, ваш цвет, потом мы выберем ваш размер, и я расскажу об особенностях лекала и материала. Договорились? Брюки Грация представлены в 4 цветах. Пока в 4 цветах на выбор. 1999 рублей – это потрясающая цена, ведь это эксклюзив. Черный цвет мы только что наблюдали на Светлане Воронцовой. А, кстати, фиолетовый цвет, называется он баклажан, я выбирала в предыдущем эфире, но сказала вам, что я выбрала сразу 2 цвета. Первый цвет – это мое утреннее настроение, ну а сейчас классический черный. Ну, а Оленька выбрала синий. Я тебе рассказывала, да, когда мне муж начал предъявлять: Оле, ну все черное, черное. А я, оп, темно-синий. Он тоже со стройняющим эффектом, ну и вроде бы, знаешь, тоже. Ты знаешь, Оля, я тебя чуть-чуть хочу тебе сказать. Неважно, какой цвет наших брюк, главное, здесь очень правильные лекала. Даже если вы выберете коричневый цвет, вы тоже будете стройны как никогда. И в этом мы сейчас с вами убедимся. Давайте пойдем на подиум и посмотрим наших моделей: Катю, Татьяну и Анастасию. И вы увидите, во-первых, Оленька, эти брюки садятся на любую фигуру. У Кати прямоугольный тип фигуры, у Татьяны тип фигуры песочные часы, и у Анастасии тоже. Поэтому те, у кого широкие бедра, теряют минус 2 размера. А вот Танечка выглядит, посмотрите, готовый костюм выбрала для себя к Новому году. Как называется блуза? Блуза у нас называется Артемия. Ты знаешь, если мы будем заказывать готовые ансамбли, мы тогда еще и за доставку ничего платить не будем. Напоминаю, что бесплатная доставка доступна для вас от 5990 рублей. Слушай, ну вернемся к стройности. Для меня, конечно, это, ну, действительно уникально. Когда мы надеваем теплые брюки, поддеваем шерстяные колготки, ритузы под низ, мы становимся на колобков похожи. А тут такая стройность и теплые в то же время брюки. Ну, давайте начнем с ткани. Во-первых, когда дизайнеры выбирают эластичные ткани, упругие ткани, они автоматически нас утягивают и подтягивают наши формы. Все знают, с возрастом наша кожа не такая упругая, она начинает немножко обвисать. И многие женщины надевают корректирующие колготы. Здесь вы можете надеть эти брюки на голые ножки. Ну, наденьте хлопковые носки, и вы почувствуете, как упругая ткань утягивает ваши параметры. Здесь очень высокая посадка, и ее оценят не только молодые девушки, барышни, но и взрослые дамы. Моя мама всегда любит брюки носить, чтобы животик убирался. Здесь за счет высокой посадки, посмотрите, мы это все можем увидеть. Давайте посмотрим на Таню Крицкую. Танечка, покажи нам, пожалуйста, высоту посадки, где заканчивается эластичная лента. Так, Танюшенька встает. Кстати, ты знаешь, действительно, когда мы выбираем для себя брюки с заниженной посадкой, я себе ребенка напоминаю. Я все время их подтягиваю, подтягиваю. Вот хоть прям бежи и беги, и подтяжки покупай. Ну, во-первых, это неудобно. Танечка нам показывает высоту. Это очень здорово, потому что мы убираем и корректируем самую, я бы сказала, проблемную зону. Та, что идет после бюста и до середины бедра. Брюки эластичные, но этого вполне хватит, чтобы вас подтянуть. А в зоне пояса у нас нет ни пуговиц, ни молний, только широкая эластичная лента. Посмотри, у Тани параметры талии уменьшились на 6-8
8 сантиметров. Когда вы получите эти брюки, измерьте свои параметры до того, как вы наденете брюки Грация, и после. И вы увидите, что вы потеряли несколько сантиметров. Слушай, а это комфортная будет утяжка? Потому что когда мы говорим утягивающие брюки, все сразу думают, о, не вдохнуть, не выдохнуть. Ну, утягивающие брюки отличаются от корректирующих брюк тем, что они комфортные. Коррекционное белье иногда женщине доставляет дискомфорт, и в нем долго ходить нельзя. А вот в утягивающих брючках можно ходить целый день. При этом давление трикотажно-вискозного полотна с лайкрой никоим образом не сказывается на ваших кровеносных сосудах. Ну, Оль, давай посмотрим сейчас о чудо-флисе. Ты знаешь, я вот помню, когда своему ребенку купила первые брючки лет 9 назад на флисе. Я еще тогда подумала, ну надо же, о детях кто как беспокоится. Все а лучше. Почему для взрослых-то не придумывали? Вот теперь придумали и для взрослых. Это флисовая основа, правильно я тебя понимаю? Да, это флис. Флис сегодня по тепловому эффекту можно сравнить с натуральной шерстью. Ворсинки, которые мы видим, очень благотворно сказываются на эффекте массажном. И вообще для нашей кровеносной системы любые приятные соприкосновения полезны. Еще, почему мы не поправляемся, почему мы не прибавляем лишнего объема? Флис по тонкости ворсинок напоминает шелк. А еще не забывайте, что это трикотажно-вискозная основа, которая позволяет воздуху проникать внутрь, и ваше тело дышит. Это важно. То есть, правильно я тебя понимаю? Вот смотри, когда будет Новый год, выйдем на улицу, будем запускать фейерверки, не замерзнем, даже если будет минус 30 градусов. Потом вернемся, например, домой и не вспотеем в этих брючках. Ты можешь целый день находиться в помещении и при этом испытывать комфорт. Давайте еще раз посмотрим на наши брюки. 4 разных типа фигуры. Мы выглядим совершенно одинаково стройными. Длинные стройные ноги, а ведь это заслуга фасона. Фасон классический, на все времена. Такая модель брюк никогда не выйдет из моды. И вы можете всегда смело надевать эти брюки в любое время года, кроме лета. Осень, зима, весна. 3 сезона эти брюки будут вас спасать. Здорово, и не нужно поддевать шерстяные колготки. Ведь наши брюки уже утепленные и утепленные нежностью, которая очень приятна по тактильным ощущениям. Свет, у меня еще такой вот вопрос, как правильно ухаживать за этими брюками, чтобы они не садились и чтобы флис продолжал нас греть? Я поняла твой вопрос. Давайте вспомним формулу практичной модели. На самом деле, когда мы выбираем трикотажное вискозное полотно с элементами эластана, наши коленки никогда не вытянутся. Модель брюк имеет возвратный эффект. Стирка при температуре 20-30 градусов. И самое главное, тепловой эффект флиса никуда не денется. 1999 рублей сегодня – это самая горячая цена. Максимально выгодная покупка. Успейте купить ограниченную партию.